Мы сейчас все поправим. Император более не гневается. Ваше Величество, есть у меня к вам великая просьба. Говори, душка сударыня. Все исполню. Я нынче весьма милостив. Ваше Величество, любопытно я знать, кто кричал караул? А кричал караул, сударыня, один вольнодумец, поручик Киже. И я этого поручика отправил в Сибирь пешком прогуляться.